Да пребудет с вами темная сторона силы, с вами Дарт, и сегодня мы продолжаем играть в Dinosaur Hunter Reborn. Так, сейчас поставим микрофон поудобнее. Значит, сегодня посмотрим Великий Лес, да? Great Forest, какой-то пустынный Великий Лес. Так, ну тут ничего менять не буду. Все, и так нормально. Значит, здесь у нас трицератопс опять, цератозавр. Динозавры стали больше, стали злее. А со следующей локации вообще тираннозавры, короче, появляются на островах. Так что будет жестко. Кархаро наш. Кархаро. Так, ну давай-ка. Анкилозавр нафиг не нужен. Вот сразу будем искать... О, трицератов. Сразу будем искать цератозавров, чтобы эти ребята нам всю малину не портили. А то поохотиться нормально не дают. Ну, как мы уже поняли, их бесполезно, в общем, всех отлавливать. Они спавнятся где-то на карте. То есть их много. Бесполезно. Динозавры постоянно спавнятся на случай, если вы настолько меткий стрелок, что убиваете всех с одного выстрела, и патронов у вас еще осталось дофига. Ищите, на кого бы поохотиться. Как назло, этот чел, короче, в низине. Ну, наш трицератопс. Он меня слышит, я очень рад за него, но ладно. Так, вот цератозавр у нас есть. Так, вот сколько тут трицератопс весит? 10600. Я не помню. Мы в прошлый раз насколько мощных ловили. Так, смотрим, где наш цератозавр. Он двигается в нашу сторону, правильно? Пожалуйста. О! Так этот засранец меня не достанет. Вон я его вижу. Угу. Ну-ка, покажись-ка. Побежал, да? Ну и вали нахрен. Это был Прозуролов, да? Побежал. Снайперка вещь вообще. На большом расстоянии можно буквально всех достать. Надо было, конечно, задержать дыхание, быть может, я в сердце бы попал, и он бы откинулся. Так, ну пойдемте, заберем наш трофей. Я думаю, цератозавр убежал далеко. Что за него можно не париться. Так, а кто у нас там? Анкилозавр, да? Ну давайте просто по приколу посмотрим, сколько он весит. Фига ты храпишь. Это редкий. Надо бы его поймать. Вдруг он много весит. О, достижение получил. Достижение попасть в динозавра со 110 метров. А, это мелкий. Так, сколько весит наш приятель?
5.84. Да нафиг он нужен? Ну, я рад, что он меня слышит. Тем более я убегаю от него в противоположную сторону. Ну и кто меня видит? Так, где-то там у нас были динозаврики. Патронов еще дофига, еще револьвер у нас есть. Так, вот это, да, по-моему, трицератопс. Лучше, конечно, с возвышенности его гасить на случай, если какой-нибудь цератозавр мерзопакостный появится, чтобы убить меня. Так, ладно, чувачок устал. Интересно, он просто дышит или я реально потом не смогу бежать? Типа, если долго. Так, ага, вон я тебя вижу. 8.91, да ну нафиг. Дрищ. В принципе, там можно каждого стрелять, но прикол-то какой. У всех подряд палить. Хоть убей, я его не вижу. Надо ближе подбираться. Я же смогу тут пройти, да? А цератозавр тут пройти не сможет. Хотя нет, сможет. Что он там делает? Почему я его не вижу? Лежит, что ли, спит? Ну вот он там, в этом, в леску. Где-то вот там. Тебе его, я его не вижу. Еще один цератозавр. Класс. Чувствую, сейчас я подохну прямо тут. Куда повыше забрался бы, конечно. Растения какие-то у нас тут. Того видно? Да, я его вижу. Тонна 12. А, цератозавр наш статичен. Их там что, двое? Нет, один, слава богу. Так, он зашевелился, но я его до сих пор не вижу. Ладно, вернемся за ним потом. Чё за звуки, Так, где наша спящая красавица? Так, это анкилозавр. Вот он.
Ладно, окей, мы его прогнали. То есть он нам пока не помеха. Ну, поищем других тогда. Кстати, я, наверное, второй раз зря в него пальнул. Он начал хромать, и это значит, что на него начинает действовать снотворное, и типа потом он отрубится. Но я что-то на всякий пожарный... Ага, трицератопс. На всякий пожарный, типа, вдруг убежит еще. Парза уролов, наверное, да? Фига себе, до 27, ну-ка. Еще один парза уролов. Я его даже не видел на карте. Просто интересно, сколько он весит. Опять цертозавр. Прям рядом с этим, с трицератопсом. Вот жук, а. Может его спугнуть сейчас? И там еще один капец. Вы серьезно? Они все боятся. Я вас понял. Но тут проблема в том, что он на звук выстрела прибежит в любом случае. И мне нужно будет иметь с ним дело. А здесь открытое пространство, и на камешек ты и не заберешься особо. Но если бы я его вот отсюда увидел, я бы вначале его снял, а потом бы уже трицератопсом занимался. Но я его, наверное, вряд ли увижу, да? В таких дебрях. Хрен пойми, где он там. Так, сколько... Может, и на трицератопса охотиться не буду, может, он мелкий. Я очень рад, что он меня слышит, но я должен его увидеть. Где? Сколько-сколько? 10.66, да? Или 11.10? По-моему, крупный чувак. А тот где? Тот где-то там. А, будем ныкаться как-то. Револьвер, если что, есть. Так, и где вот он? Он туда куда-то идет. Нет, бежит. Только от меня почему-то, а не ко мне. Ладно, трус. Я тебя все равно достану. Теперь бежит ко мне. Давайте-ка быстрее заберем трофей. Он может испугается? Это тот анкилозавр, по-моему. Опасно вот к нему подбираться. Вот этот холмик, это опасная близость вообще. Стреляешь им в сердце примерно и... О, еще второй сейчас в радиусе поражения. Короче, он на звук выстрела прибежит. Класс. Так, ну ты где этот засранец? Он же прямо передо мной. Ага, нашел.
то на 14 еще больше, чем тот. Ждем того второго. Остановился, да? 230 метров. Это не его голова там торчит случайно? Нет. Как же мне этого урода-то достать? Бежит, тварь. Обходит меня. Последний был лишним, но лучше перестраховаться, конечно. Тонна 18. Того можно вообще не забирать. Ладно, заберем. На стернозавром вообще жопа будет. То есть там помимо цератозавра еще будет Т-рекс. От него револьвером ты не отстреляешься. Это жесткий чувак вообще. Он тут просто гигантский. Было бы круто, если бы сюда еще зауроподов добавили, типа, на такую махину охотиться, типа, в нее нужно все патроны всадить, а он еще будет не убегать от тебя, а на тебя наступать. Типа, как ты посмел на меня охотиться? И, типа, он может вас издалека хвостом достать и все такое. Типа, было бы вот как-то прикольно. Ну, или просто половить там 50 тонн, там, еще вот такие веса, чтобы были. Я тебя понял. Как ты меня увидел, брат? О, ты застрял, да? Ну. Не того поймал, ну ладно. Он остановился, да? Ну, сейчас. Сейчас мы его тоже. Нет, он бегает. Лежать. Сколько весим? 2,60, братан. Ты чем питаешься? Слушай, а? А ты? 2,30, тоже здоровый. Не, снайперка решает вообще. Еще бы как-то тут плавность движений при стрельбе, потому что вообще жестко вводит, и они так бегают еще. Так, значит, у меня на револьвере еще сколько осталось? 18 патронов, да? Так, он бежит за мной. Кто это? Прозоролов. Ну, давайте посмотрим, сколько он весит. Все равно рядом никого ближе нету. Как он меня видит? А, вон он где. Ну, 2,30, его трофей можно не забирать.
Только бы увидеть, где он там идет. Все, упал, что ли? Ничего себе, быстро. Еще пару зуров? Ну ладно, давайте уж на них поохотимся. Целых два. Ну я смогу поймать одного максимум, потому что у меня в снайперке одна пуля осталась. То есть если револьвером, второй вряд ли в мою сторону побежит. Они меня видят, да? Но каким образом? Я их не вижу. Надо на возвышенность залезть. Сверху я их, наверное, увижу. Так, я тебя увидел. И не посмотрел, сколько он весит. Ну, это часовой своего рода был. Типа он, если бы меня заметил, второй бы тоже узнал, что я здесь. Так что его нужно было завалить. Да твою ж. Нет, я скатываюсь. О. 2.60. Ну такой же, типа. Мы уже такого поймали, какой смысл? Так, сколько ты весишь? 2.61. Вот этот чувак мне больше интересен. Так, патронов-то не так уж и много осталось, скоро уже закончим это видео, все патроны когда потратим, то все-все. .10-66, такого мы уже ловили, ну этого можно просто поймать. Далеко не уйдет, я в него в 6 садил. Нет, 5. Одну промазал. Фига у вас там. Ага, и Цартозавр там. Если че, мне нечем отстреливаться. Ну, я думаю, надо будет с Цартозавром сразиться. Типа сейчас... А почему кровь, кстати? Я вроде дротиками в них стреляю, не? Типа, если не дротиками, он бы помер тогда. Но он лежит, дышит, типа... Хрен пойми. Вроде труп, а вроде и нет, да? Так, где мой клиент?
Это мой. Вот же паразит, ты смотри, не дохнет никак. Я просто боюсь, что мне на цератозавра не хватит. Если он сейчас на меня сагрится, этот цератозавр, я боюсь, что на него не хватит мне этих. И все просрем, все, что накопили. Он мощный какой-то, вообще жесткий че. Поймал, да? А рядом цератозавр. Блин, ну вот если бы я его увидел, я бы в него всадил две пули, чтобы он убежал подальше от моего трофея. Ну, типа, мне интересно теперь, где мои кристаллики лежат, но я примерно знаю. Вот он там лежит еще с начала серии, блин. Мимо него проходили. Где лежал, там и лежит. А, это стегозавр? Почему написано, что стегозавр, если это цератозавр? Он убежит или побежит ко мне? Он не двинулся с места. Он бежит ко мне. Мать твоя. Он же меня догонит. Так, он меня испугался. Нет, он меня нифига не испугался. Твою ж мать. Я хочу жить, хочу жить. Беги. Беги, что есть сил, беги быстрей, пока он тебя не испалил. Фух. Здесь и заныкаемся. Фух. Жестко. Слышу своего храпящего трицератопса. Если у меня получится его забрать, то звук этой фигни... Спугнет его. Ты смеешься. Беги! Беги, дебил! Фу. Это было...
Это было что-то. 340, офигеть. Так, сколько ты весишь? 1066, да, не зря я его не забрал. Фу, блин. Фу, ну ладно, что, в следующий раз на T-Rex это еще будет жестче, по-моему. Я не знаю, есть ли смысл вообще. Типа легче будет. Нет! Ага! Случайно. Так, ну что ж, надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канала. В следующий раз мы отправимся в Туманные холмы и будем охотиться на тираннозавра. С вами был Дарт Сидиус. Всем всего хорошего, до скорой встречи и всем пока!